Огромные тучи комаров нависли над Горьковским водохранилищем. Дорога по дамбе вся усеяна плотными роями насекомых на протяжении нескольких километров. Вот это все комары. Или мошкара какая-то. Жесть. Здесь прям тьма комаров. Там прям тучи большие, огромные. Они вон весь отбойник залепили. Пока едешь на машине, вот я проехал буквально здесь 2 километра. Все лобовое в комарах. Они даже не оттираются. Они какого-то еще большого размера прям. О, посмотрите, номера прям. Вот рой. Они вдоль леса вот стоят. Вот такие вот столбы. Там, да, перед лесом, да, вроде. Там какой-то участок прямо. Стена их. Много роями. Особенно вот с этой стороны. С той стороны нету. Сегодня первый день вот такая херня. А то не было. Мешаются, конечно. Мы их пскуны называем. Кто как называет. А почему так? Как комары. Да они, когда в стаи собираются, знаете, как пищат. Вообще это природа, что это. Не мешают абсолютно. Они скоро пройдут. А почему именно здесь? Почему вот вдоль дамбы именно? Почему они его? Ну, в садах у нас то же самое. Где тепло, где ветра нет, они там бьют. Это комары. В данном случае это самое безобидное. То есть это не кровососущие насекомые. Это естественный период размножения. То есть спадает вода. И вот как раз на мелководье, в общем-то, личинки, скажем так, созревают до взрослого комара. И идет период роения. То есть насекомые абсолютно не опасны. То, что они врезаются в автомобили, это тоже. Автомобиль врезается в них. Скорость несопоставима. Кстати, такой бурный период роения, по мнению специалистов, продлится лишь несколько дней.